И снова здравствуйте! С вами «Последние новости». Стало известно, что комсомолка написала о том, как первый гала-концерт на новогоднем музыкальном фестивале в Абу-Даби чуть не сорвался из-за скандала с Егором Гридом. Напомним, что юный рэпер должен был выступать в конце мероприятия. Но на сцену он вовремя не вышел, так как в этот момент сидел неподалеку и пил кофе. На вопрос организаторов, не собирается ли он быстро выйти на сцену, где в это время вместо него выступает Олег Газманов и тянет время Александр Рева, он ответил, что, мол, он не будет следовать жесткому таймингу, и кроме того, у него нет пока настроения. В итоге на гала-концерте он так и не выступил. Не состоялся концерт на автопате, где его ждали поклонники, чтобы увидеть своего кумира и услышать любимые песни. По слухам, русская медиагруппа, которая выступила организатором данного мероприятия, не стала спускать дело на тормозах. Как стало известно от организаторов фестиваля, пишут средства массовой информации, в данное время определяют размер ущерба, после которого артиста заставят выплатить компенсацию за сорванное выступление. Говорят, сумма будет составлять несколько миллионов рублей. Туда будут входить проживание в одном из самых дорогих отелей города, перелет всей команды в бизнес-классе, аренда площадки и одного из самых больших клубов Абу-Даби. Невыход на сцену артистов без уважительной причины – беспрецедентный случай многолетней практики организаторов фестиваля. Своим поведением Егор Крид не только поставил крест на дальнейшем сотрудничестве с медиахолдингом, но и нанес ущерб собственной репутации, а также подвел зрителя, который ждал его выступления, сказали организаторы фестиваля. Спасибо за просмотр и подписывайтесь на канал. А с вами были последние новости.